Здравствуйте, коллеги. Вновь ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Алина. Компания «Экспресс Кубань», производство соков. Расскажите, какую новинку привезли вы на нашу выставку в этом году? Да, на этот год мы привезли новинку. Это как упаковочное решение. Это призма 0,33 литра и призма литр. Также мы привезли продуктовое новое решение. Это вода в тетрапаке. Это инновация, это новинка. У нас есть три вкуса. Вода обычная в тетрапаке, вода с лимоном. Больше она, знаете, такая для ПП. Она без сахара, но с ароматизатором. А также вода с малиной. Она как раз немного с сахаром, но она очень конкурентная и очень вкусная. Спасибо. Вопрос такой. Какие цели вы преследуете на нашей выставке? Вы уже представлены в ритейлах или как раз на этой выставке ищете партнеров для того, чтобы широко представиться нашим покупателям? Да, мы и работаем уже с федеральными торговыми сетями, с локальными торговыми сетями. Но также мы ищем и новые контракты, хотели бы работать со всеми федеральными и локальными сетями, также со всеми дистрибьюторами. Также мы ищем здесь контракты по собственной торговой марке, по СТМ. Мы работаем также с сетями и с производителями. Мы готовы для них предложить много разных решений, как упаковочных, это стекло, ПЭТ, тетрапак, так и продуктовых, это соки, нектары, напитки, вода, то есть абсолютно ко всему мы готовы предлагать и готовы коммуницировать. Отлично, я надеюсь, что и в этом году будет заключено много контрактов, и надеюсь, в следующем году вы тоже привезете какой-то новый революционный продукт, который полюбится всем покупателям. Расскажите, как этот год прошел для вас? Вы нарастили производство, наоборот, пандемия немножечко прижала его. Как вы себя чувствовали? Я вижу, что мы пережили это прекрасно, но все-таки как вы себя чувствовали? Все отлично, пережили, все хорошо прошло. Даже за этот год у нас на производстве мы установили более 3 линий и более 3 упаковочных новых форматов. Это PET у нас новая линия от 0,5 литра до 2,5 литра у нас не было в прошлом году такого. Это призма, о которой я уже рассказывала, а также это стекло 0,33 литра, ну и новую линию обновили по литру. То есть, в принципе, идем так, как и настраивались, поэтому пандемия на нас никак не повлияла и не отразилась. К счастью, рынок оживает, и надеюсь, к следующему году ваш ассортимент вырастет еще в десятки раз. Спасибо огромное, что пришли, и желаю вам удачи. Все, спасибо вам большое.